дружище! Слушай, я опоздал, дай проехать. Будь человеком. Без пропуска нельзя. Чувствуете себя одиноким в офисе? Лови, слабак! Не вписываетесь в коллектив? На что уставился? Девушка мечты вас совсем не замечает. Как всегда, по понедельникам у тебя ломается будильник. Коллеги, напоминает кучку маньяков. Возможно, так и есть. Он был ужасно безграмотным. Ошибки в каждом слове. Пришлось с ним распрощаться. Ты не знаешь, что за хрень происходит? Бухгалтерия, как с цепи взорвалась! Уйди! Я занят! Пора валить, пока мы сами не озверели! Давай, бежим! Пошел вон! Помогите! Ты как? Ты выпил Золт? Что? Нет. Золт – энергетик нового поколения. Напиток был разработан для армии, чтобы сделать солдат выносливее, но... Что-то пошло не так. Погнали! Какого черта? Надо уносить ноги. Даже не хочу знать, как это произошло. А мне интересно. Я больше так не могу. Ты нам нужен. Давай, покажи свой боевой оскал, приятель. И глазами. Офисный беспредел. Смотрите в кинотеатрах с 19 июля.